наш парк. Вот такая вот аллея. Вот такая вот аллея. Лавочки, солнышко, птицы. Свежий воздух тут, листья уже. Вот, солнышко за тучками прячется. Сегодня дождичек прошел. Вот. Такие вот дорожки, детская площадка. Люди отдыхают вот после работы. И облака такие красивые. Прямо плывут. Чистые. Хотя солнышко за тучки прячется. Вот. Вот такой вот парк у нас. Спортивные всякие занимаются люди после работы. А сами здания, вот рядом вот буквально дорога. И люди вот после работы, вот дорога, машина проезжает. И вот с жилых домов после работы можно прийти здесь с детьми погулять, походить по вот этим вот всем дорожкам, посидеть, подышать. Воздух такой прямо свежий, увлажненный какой-то, вот дождиком пыль прибил, деревья уже вот прямо вон, вороны, может им по 300 лет, они здесь тоже вот живут у нас. Вот ветки деревьев, они еще какие-то желтые уже, какие-то еще зеленые, ну красивые. Вот самая красота осени начинается. Вот самая-самая красота осени. Так здорово, так хорошо. Спокойно, как-то так. Даже я бы сказала, умиротворенно. Ветки такие прямо. С бруньками. Как-то так душа хорошо отдыхается здесь по-особому. В квартире устаешь сидеть как-то там. А здесь вот для здоровья насыщаешься кислородом организм. Молодые еще совсем березки. Уже и трава пожухла, ветки какие-то. Листья вот опавшие, все. Вот такой вот цвет осени. Коричневато, желто. Я даже не знаю, как выразиться. Теплые, теплые все такие тона. Вот на лавочках можно посидеть, отдохнуть. Ну, сейчас вот дождичек прошел, вот солнышко, видите, опять выглядывает. Вот такое вот оно. Немножечко еще. Влажные такие скамеечки. Вот. Еще даже дорожки не просохли после дождя. А так хорошо. Вот такой вот у нас парк. Вот так мы отдыхаем, здесь ходим, прогуливаемся. Можно с собой взять что-то, даже и перекусить, чтобы вот так вот здесь подольше посидеть. Книжку можно взять, почитать. Молодежь сидит в этом, в интернете здесь. Вот такая вот площадка. Тоже вот лавочки вот здесь. Вон сколько. Родители сидят. Дети после детских садов покушают дома. И у них энергию есть, куда еще выкинуть. Вот.
Любим свой город. У нас горожане очень хорошие. Птицы вон прямо стаями летают. Видать, вот эта погода, это дождь, это вот их как-то беспокоит, что ли. Здесь уже вообще прямо деревья уже такие желтые. Даже так ржаво-желтые какие-то. Но небо, очень красивое небо. Очень красивое небо. Облака такие красивые. Смотришь, они плывут, и думаешь, куда они плывут. Вокруг земли вот так плывут, плывут. И сколько глаз на них смотрит. Может быть, кто-то смотрит, а кто-то нет. Некогда. Бегут по делам. Ну вот, показала наш парк. На этом буду заканчивать свое видео нашего парка. Нашего.